Приветствую, друзья, на канале Коллекция монет. Еще одна биметаллическая монета. Монета Финляндии. Номинал монеты 5 евро, год выпуска 2007. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо медно-никелевый сплав. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу медальная, 0 градусов. Вес 19,81 миллиметра. Диаметр 35 миллиметров. Очень крупная монета. Толщина 2,8 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Хельсинки-Вантаа, Финляндия. Тиражом общим 150 тысяч экземпляров. Называется монета 90 лет независимости. Не так давно я делал обзор по монете, посвященной 80-летию независимости Финляндии. Немножко там рассказывал, как все это было. Та монета предыдущая была еще в марках, 25 марок 97 года. Ну а здесь уже новая единица денежная — евро. Финляндия получила независимость в 1917 году. До этого входила в состав Российской империи. Ну а после революции прошедшей получила независимость. Ну, изображены на монете в центре такой петроглиф. Лодка, корабль с 9 гребцами, которые символизируют единство финского народа. Ну, надписи словами Finland, Финляндия, номинал 5 евро. Стороне такие абстрактные узоры, в центре которых год эмиссии монеты 2007. Стоимость данной монеты начинается от 500 рублей и выше. Все, спасибо за внимание, всем удачи и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.